Всем здравствуйте! В Дилси Италия новинки, и сегодня вашему вниманию бренд Trash & Luxury. Бренд, который завоевал сердца многих. Я знаю, среди наших покупателей есть фанаты этого бренда, коим и я, кстати, являюсь. Потому что этот бренд, конечно, про то, что человек сразу заявляет о себе своим внешним видом. Это вот про пресловутый вот этот эффект вау. Понятное дело, база нужна в гардеробе, базы везде много, но вот именно то, что предлагает Trash & Luxury, вы не найдете нигде. Это очень маленькая итальянская фабрика, которая отшивает свои позиции в очень малом количестве. Поэтому это прям про эксклюзивность, про вашу персонализацию. Итак, давайте начнем. А начнем мы с роскошных брюк. Брюки выполнены из вискозы, они имеют красивый сатиновый блеск. То есть они вот прям максимально приближены к шелку. Тактильно, невероятно приятные. Конечно же, это идеальный вариант для особого выхода, так как здесь у нас в комплекте идет вот такая красивая цепь. Сразу хочу отметить, для тех, кто впервые слышит о бренде Trash & Luxury, они уделяют большое внимание именно камням и украшениям своим. То есть здесь высококачественные камни Сваровски, ну и, соответственно, красивые цепи. В данном случае цепь еще заканчивается вот таким красивым цветком, она регулируется. По талии здесь мягкая, комфортная резинка. Имеются врезные карманы, они, конечно, в движении будут потрясающе играть. То есть это, если какой-то особый выход в свете софитов, вы будете неотразимы. Что у меня сверху? Сверху у меня роскошнейший кардиган. Здесь, конечно, мы видим тренд на сетку, тренд на прозрачность. Посмотрите, как он выполнен. Но здесь вот вещи Trash & Luxury заслуживают особого внимания, потому что здесь прям все досконально продумано, все детали. Здесь вязка такая ажурная с добавлением золотой нити. Далее мы видим отделку по канту вот этому, и эта отделка идет золотой цепью, и внутри там еще шнурок из эко-кожи. Ну и все это заканчивается такими вот золотыми пуговками. Как мы носим эти кардиганы? Вообще их нужно носить, конечно, на голое тело. Одевать какое-то гладкое белье, либо бежевого, либо черного цвета. Но если вы стесняшка, например, то вас выручит вот такая майка. Эта майка у нас от бренда Dixie. Я, кстати, как раз на себя ее надела. Чем она хороша? Она, во-первых, сидит в обтяжку, она не дает вам лишнего никакого объема, она сливается с кожей. И то есть просто вы одели кардиган, и если вам комфортно вот так вот не на голое тело носить кардиган, то эффекта этот кардиган не потеряет, если вы добавите вот такую майку вовнутрь. Эти же брюки мы получили красивейшим песочным цветом. Я, конечно, фанат черного, поэтому на мне вы видите черный вариант, но не менее роскошно будет смотреться на любом торжестве вот этот цвет. Очень дорого, очень красивый отблеск вот здесь вот мы уже видим. Ну и, конечно, посмотрите, как это богато смотрится с белым кардиганом. Вообще белый цвет, цвет миллионеров. В данном случае здесь вот прям, знаете, сразу образ заявит о себе. Роскошный, дорогой, невероятно эффектный. Идемте далее. Далее мы получили блузы. Блузы из вискозы. И, кстати, это отличный вариант к моим брюкам, например. Очень классно она выполнена. Вот здесь такая резиночка есть. Либо вы носите ее, как сейчас, либо вы опускаете ее вот так вот, оголив ключицы. Напоминаю, оголение ключиц, плечей. Это сейчас тренд. Ну и вообще в вечернем моде это всегда актуально. Когда вы оголяете вот эту часть, добавляете сюда дорогие украшения. И блуза из вискозы, она создает воздух. Этот воздух будут вторить воздуху в ваших брюках. То есть такой очень эффектный ансамбль, скажем так, получится. В черном цвете добавляем, например, к моим черным брюкам, а к песочному цвету уже добавляем вот такой песочный цвет. Ну, посмотрите, как роскошно смотрится. Это вискоза. И по цвету, и по тактильным ощущениям она невероятно приятная. Она такая тонкая-тонкая, прям воздушная. Вы на себе ее ощущать точно не будете. Идеально для каких-то летних торжеств. Я уже не раз повторяла, что все летом любят делать свадьбы, играть в шикарные юбилеи. Поэтому вопрос, конечно, что одеть на юбилей у вас сразу отпадет на какое-то торжество. Ну и, кстати, знаете, хочу вам сказать, если уж вы хотите сразить всех на повал, как говорится, то добавьте вот к этому образу, например, да, вот к этим брюкам, например, к кардигану, вот эти роскошные туфли. Обувь тоже играет немаловажную роль. В данном случае, посмотрите, как она отблескивает. Это вот прям, знаете, ну вот просека просто играет в бокале. Очень красиво пайетки мерцают. Здесь золотой кант. В общем, воедино все соберет.
А идемте далее. Trash and Luxury делать умеет и вещи в стиле спортшик. В данном случае, вашему вниманию, вот такое стильное платье. Здесь имеется капюшон. Здесь мы видим монограмму Trash and Luxury. Полностью все это прописано. И, конечно же, здесь у нас добавлены по всей поверхности камни. Во-первых, крупные камни и их большое сосредоточение именно в Ага, замерла. Я перестала шевелиться, перестала говорить. Чтобы захотелось, чтобы вы разглядели эти пайетки. У меня есть манера все это трясти, чтобы пайетки играли. А на самом деле, наверное, нужно замереть, чтобы вы разглядели. В общем, если вы вдруг не разглядели до конца, я постараюсь в сторис вам показать красоту этого платья. В общем, здесь у нас выложены Trash and Luxury белыми пайетками. А дальше по всему платью, если вот так вот приглядеться, здесь буквы ТЛ идут в черном цвете, они идут вот такими вот полосочками. В общем, очень стильное платье, даже когда вы на спорте, вы вот эту часть лакшери не теряете. Удобно и при этом очень и очень красиво. Давайте приложу к себе. Вот такой вот оно длины. Идеально, конечно, будет под кроссовки. Есть у нас кроссовки, например, с серебристым мерцанием, будет очень классный комплект складываться. Далее, вашему вниманию, футболки. И хочу вам сказать, что футболка – это самая востребованная часть у Trash and Luxury. Мы их круглогодично реализуем с успехом. Очень вы любите эти футболки за то, что они, во-первых, качественные. И сам трикотаж вот этот очень хорош. Ну и незабываемая отделка. Посмотрите, какой эксклюзив. Вот в данном случае это прям вот шамаханская царица, египетская царица, Клеопатра, я себя ощущаю, честно говоря, видя вот эту отделку. Давайте поближе ее рассмотрим. Это вот какие-то, знаете, я даже не найду, наверное, в своем словарном запасе слов, чтобы обозначить вот эту отделку. Здесь, во-первых, крупные камни идут, и дальше вот какие-то такие пластинки выложены. Камни, они такого желтого, цвета желтого золота, очень красиво и богато смотрится. Конечно же, мой любимый черный цвет. Но также эта футболка представлена еще в белом цвете. Очень нарядно будет подчеркивать загар. Только представьте, как это все будет играть на солнце. Ну, потрясающе красивые футболки, круглогодичные. Вообще, достаточно иметь в гардеробе одну такую футболку и добавить к самым обычным джинсам, и вы уже готовы к какому-то вечернему выходу. Например, с друзьями куда-то в ресторан, в бар сходить, да, встретиться. И вишенка на торте, как я люблю говорить, это вот эти потрясающие джинсы. Это джинсы, которые будут сидеть на вас, как вторая кожа. Они заужены, они с потрясающим эффектом утягивания. Посмотрите, какие они, как резинка. То есть они прям вот соберут вашу фигуру. Я говорю, в таких джинсах вы будете выглядеть на размер, а то и два меньше. Это ткань, и сверху это не эко-кожа, это просто напыление такое красивое. Давай поближе покажем. Здесь еще в комплекте идет поясок. Давайте тоже его посмотрим. Вот такой вот он. То есть поясок можно, конечно, где-то еще использовать. Тут его надо застегнуть. Ну, в общем, вот так вот он будет смотреться. Не отблескивает? В общем, вживую, поверьте на слово, вживую это очень красиво мерцает. Наверное, на видео не видно. Невероятно дорого смотрится. Посмотрите, какой эффект еще будет сзади. Здесь просто россыпь невероятной красоты камней. Напоминаю, камни Сваровски здесь высочайшего качества. Они очень красивый отблеск дают. Те, кто хоть раз у нас заказывал Trash and Luxury, понимают, о чем я говорю. В общем, одели эти джинсы и сразу заявили о себе. Сразу всем понятно, кто тут у нас слиток золота. В общем, хочу в очередной раз отметить, что мы получаем коллекции в очень ограниченном количестве. Если вы хотите успеть забрать именно свой размер, долго не думаем, берем и хватаем. Это вот вещи, каждая единица, прям очень-очень мало мы их получили. Поэтому вперед, быстрее, пишите, приезжайте. Несмотря на то, что у нас снег идет в Казани, не знаю, как в других регионах, нужно заранее думать уже о летних торжествах, о том, что нас все-таки ждет лето. Поэтому, если онлайн заказы, сразу свои параметры отправляйте, объем груди, талии, бедер, ваш рост. Ну и ждем, конечно, всех в гости. Я желаю всем отличной погоды за окном, больше солнца, хорошего всем настроения. До новых с вами встреч. Всем пока-пока.